Любовь приходит к нам незванно, она, как белый снегопад, всегда красива и желанна, и каждый человек ей рад. Бывают бури и сомнения, бывает ревность, как гроза, но нет прекрасней ощущения, чем посмотреть любви в глаза. Она украсит все мгновенья, позволит в небесах летать, от скуки вмиг найдет спасение, позволив чувствами дышать. Любовь – возвышенное чувство, как сладкий яд, как вешний гром. С ней весело и, будто грустно, манит звенящим серебром. Но чувство это лишь немногим дается в жизни испытать, как Божий дар нам одиноким заставит душу трепетать. Любовь не ждешь, она приходит, внезапно стрелами пронзив, как будто чудо происходит, волшебным светом озарив. И сразу крылья вырастают, взмывая ввысь над суетой. Те двое, как снежинки, тают в блаженстве ласки неземной. Весь мир искрится и смеется, и добротой окутан свет того, кого любовь коснется, прекрасней во вселенной. Любовь моя, согрей мне душу, дай силы грузы пережить, и сердце иногда мое послушай, и помоги судьбою дорожить. Любовь поднимет и согреет, и в жажду даст воды глоток, надежду подарит она умеет, и жизни новой она дает исток. Любовь нам дарит радость, озаренье, любовью все пронизано вокруг, и если уж с высокой точки зрения, это вселенной бесконечный круг. Ты так чарушна, красива, ты нежный лепесток цветка, ты мне всегда необходима, ты мне одна всегда нужна. Ты мое солнце, жизни стимул, мечта моя, которая сбылась. Ты сделала меня счастливым, как хорошо, что ты нашлась. Что ты со мной, что ты моя, что душу бережно мою хранишь. Люблю, малышка, милая тебя, и без тебя пустой была бы. А разве много мне для счастья надо? Лишь бы со мной, со мною ты была, лишь бы со мною засыпала, и чтоб не так было навсегда, чтобы встречать с тобой рассветы, чтоб все проблемы забывать, чтобы растить с тобой детишек, чтобы о вечности мечтать, чтобы сидеть с тобой на кухне и вместе пить горячий чай, чтоб обнимали твои руки, чтоб вместе пережить печаль, чтоб ты во мне не сомневалась, чтоб улыбалась ты всегда, чтоб просто ты была счастливой, моя любовь. Это все стихи из интернета, из страницы lifefond.ru. Они мне очень понравились, и я решила прочитать. Может быть, вам тоже всем понравится.